Это заявление с непонятным. Ну вот, достал. Кто против? Кто воздержал? Вчера гранаты... Ссылки референдума. В связи с этим, когда будет мое выступление, прошу... Уже подали списки, то есть все делегаты, представители организации. Сейчас это первое, это принятие к исполнению прямых обязанностей Временного правительства. Народный совет Донецкой республики считается единственным легитимным органом власти на территории бывшей Донецкой области Республики Украина. Народный совет Донецкой Народной Республики своим решением отправляет в отставку всех бывших областных руководителей, назначенных нелегитимной киевской властью. Сейчас пока все спокойно, но ждем штурма, так как говорят, что приехал спецназ, получили команду на стрелять на поражение, так как называют нас сепаратистами. Вы еще мне по семье пока. Я вам скажу, сейчас уже назначен ЦИК, Центральная избирательная комиссия, и она уже начала подготовку. Вот. Будем работать круглосуточно. Другого выбора у нас нет, и мы действуем до победы. Хочется, конечно, верить в то, что мы победим. Хочется. Верим, конечно, мы в Путина. Безусловно, мы хотим, чтобы Путин нам помог в этой нашей проблеме. Ну а проблема же сами видите. Нас никто не слышит. Мы сможем отстоять и защитить Донбасс от бандеровской хунты.